лет жизни, и она пришла вот к этой поэзии, поэзии творчества, поэзии жизни. Она же пришла как-то вот что-то такое, значит, сверху где-то какие-то ниточки, какие-то совершенно звуки, направления, гармонии какие-то вдруг спустились к ней, и она начала рисовать. Ну, она, может, об этом сама скажет, но, понимаете, это вот женщина удивительная. И так вот, представляете, как здорово, что ее в семье поддерживает вот такой герой. Вот по-другому не скажешь. Вот она, значит, у нас из космоса, а вот рядом с ней герой. Потому что такого мужа, как и Валерий Павлович, правильно? Витальевич. Это, конечно, надо заслужить. Это надо заслужить. Сколько что... лет реанимации? Это подарок. Подрамники набивал сам первый. Вот. Да. Натягивал холст. Холст натягивал на подрамники. Да. Всем желаем такого мужа. Спасибо большое. Елена Викторовна сказала, что такой какой-то у нее необычный тоже формат. Экспресс-выставка. Но оказывается, вот видите, мы тоже готовимся к юбилею галереи, поэтому надо немножко примарафетиться. Вот. И марафет заставляет немножко освободить стены. И поэтому...